Объединить усилия государства и предпринимательского сообщества призвано новое соглашение, которое было подписано в минувшую пятницу между региональным правительством и торгово-промышленной палатой. Документ под громким названием «100 дней, 100 дел» направлен на устранение административных барьеров, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Это своеобразные 100 шагов по развитию бизнеса, делового климата и непосредственно самой торгово-промышленной палаты. Сегодня, к сожалению, недостаточно развита система, позволяющая сделать анализ для предпринимателя существующих производственных цепочек, куда можно встроиться. Это достаточно серьезная, аналитическая, большая работа, где нужно объединить все информационные базы данных промышленных предприятий, крупных промышленных предприятий, в которые могли бы встроиться наши предприятия малого и среднего бизнеса. По замыслу предпринимателей, такая серьезная организация, как торгово-промышленная палата, поможет продвигать продукцию ульяновских производителей на экспортные рынки. Собравшиеся подвели итоги социально-экономического развития области за первый квартал этого года. Основным позитивным моментом оказалось увеличение индекса промпроизводства. За январь-март цифра достигла почти 112%. В рамках ПФО Ульяновская область занимает более чем достойное высокое второе место, уступая лишь Мордовии с индексом в 120%. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.